Так, мы играем в рейтинговой серии боевой лиги. Против меня чувак с шансами 36%. Я думаю, что сейчас будет унижение просто. Его существование, он захочет после этого удалить Mortal Kombat. Или, надеюсь, что захочет. Играть он будет в бараку. Нынче нубы выбирают барак, понимаете? 36% у чувака. Он берет гигантского качка, короче, с костями, торчащими из рук. Возможно, у него что-то даже выйдет. Я могу предсказать, что типа он опущен будет, это абсолютно точно. Типа, суть этого матча не победа и поражение, а опущение на каком уровне. То есть, насколько глубоко в плинтус он войдет. Ой. Сука. Эй, чё ты? Чувак. На третий раз получил. В общем, он, наверное, просто не в курсе, что я пришел в игру не чтобы сражаться, а опускать, унижать. У тебя получится? Да, получилось. Естественно, он втоптан в грязь оказался, но не так быстро, как я хотел бы. Я бы хотел, чтобы это было максимально мерзко. Сейчас он кидаться будет. Куда ты, сука, идешь? Че ты пристал ко мне? Классный прием. Не ожидал такого. Вот так. Ох ты, сука. Верткая. О, что ты сделал? Ты лишил меня возможности отмена телепортации. Ну когда у меня появится там? О, появилось. Почему я не сделал? Чувак, я пришел унижать тебя в этой игре. А ты сделал все возможное для того, чтобы это произошло наиболее мягко для тебя. В втором раунде я постараюсь сделать так, чтобы ты почувствовал, что почувствовал боль, разочарование, чтобы твои родители подумали, что... А до скольких, кстати, аборт можно делать? Может, еще не поздно им сделать его? Давай, кидайся на меня, кидайся. Респект, конечно, респект. Я пришел унижать его попытки. О, а что, получится? Да, получилось. Ну ладно, чистый раунд. Вот это унижение. Вот теперь я думаю, что он понимает, что зря он вообще сел за стол компьютерный. Иди уроки учи. Смотрите, сейчас будет кровотечение еще добавлю. Это, между прочим, боевая лига. Это не типа не просто так я нашел какого-то оппонента. Хер знает откуда. Давай еще раз. Ну-ка, сработал. Давай другой конец карты, чтобы я тебе еще гарпуном зацепил. Он просто ведется на все, абсолютно на все повелся. И второй раунд почти тоже, можно сказать, что чистый был. Чувак, вот это опущение. Настоящее унижение.
ниже плинтуса. Отписывайтесь, ссылки, ставьте дизлайки. С вами был я, король отпущений.